Ну что ж, друзья, вот такой трогательной, красивой композиции, посвященной 65-летию Великой Победы, начал наш эфир один из самых, наверное, мобильных коллективов коми-шоу-бизнеса, если так можно сказать, группа «Балалайка». Именно сегодня они у нас в гостях. Вы смотрите «Джим Сейшн», как всегда, живой звук в прямом эфире, друзья. И мы их приветствуем. Ребята, здравствуйте. Рады, что вы к нам приехали. Сегодня у вас это третий концерт уже, по-моему, будет, да? Как вы себя чувствуете? Нормально. Ну что ж, напомню, друзья, пока ребята немножко осваиваются в студии, напоминаю, что телефон прямого эфира 51-67-67, если вы хотите пообщаться, задать вопрос нашим гостям, дозвониться, в общем-то, выразить какое-то свое мнение, что-то попросить, спросить, как они так здорово играют на балалайках, можете звонить к нам в прямой эфир, не забывайте код города Сыктывкара 8212. Есть также телефон, номер, точнее, для смс-сообщения 1801, пишите туда, не забывайте про модератора, будьте культурными и, в общем-то, пишите то, что вам хочется, но все-таки не забывайте, что вы пишете в прямой эфир. А если будет сообщение адресовано нашим гостям, опять же, то мы с удовольствием прочитаем и услышим, может быть, от них какой-то ответ или комментарий на ваше сообщение. Так что давайте, друзья, начнем общение. Но прежде я хочу напомнить, что техническую поддержку нашей программы оказывает магазин, музыкальный магазин «Камертон». Именно благодаря им у нас хороший звук, который слышите вы там, сидя по ту сторону экрана, далеко где-то, может быть, в Воркуте, в Инте, Усинске, в Усыльме, где бы вы ни находились. В общем, «Камертон» помогает нам звучать хорошо, поможет и вам, если вы хотите. Заказывайте световое, звуковое оборудование, музыкальные инструменты на заказ в кратчайшие сроки, аренда аппаратуры, в общем, все, что вам нужно. 72-12-06, их телефон, Первомайская, 72 в Сыктывкаре, их адрес. Приходите к ним, и у вас все обязательно получится. Ну, а мы давайте заглянем в наше джем-досье. «Балалайка» появилась на свет 29 марта 1996 года. У всех участников коллектива профессиональное музыкальное образование. Основная цель коллектива – сохранение и развитие инструментального жанра, пропаганда народного творчества среди широких масс населения, повышение культурного воспитания и мировоззрения подрастающего поколения. Концертно-гастрольная жизнь коллектива разнообразна. «Балалайка» не только активный участник праздничных мероприятий города, но и частый представитель в правительственных и республиканских торжественных церемониях, желанный гость промышленных городов и районов Республики Коми. За сохранение традиций и представление «Балалайки» как предмета национального искусства группе присвоено имя Семена Ивановича Налимова, знаменитого мастера музыкальных инструментов. Итак, группа «Балалайка» у нас в гостях, друзья, и мы сейчас начнем с ними общаться уже более конкретно, предметно. И, в общем-то, вы тоже можете у них кое-что спросить, если вам интересно, пока они снова не взялись за свои три струны, каждый. Ну, друзья, первый вопрос, наверное, такого общего характера. Как вы пришли вот к этим инструментам, к этому инструменту? У каждого какой путь? Давай, Максим, с тебя начнем. Ну, у меня папа педагог, преподаватель вот этого инструмента. Ну, кстати, это его инструмент. Я знаю, что он нас сейчас смотрит. Ему большой привет. Пап, привет. В общем-то, у нас династия. То есть у него очень много учеников. И последним учеником это вот я. Он все свое мастерство, искусство передал мне. Что я... Не только в генах, но еще и, собственно, обучая. Да? Да. Владимир. Владимир Шевчук, руководитель коллектива. Да. Владимир, как? Обычная стандартная история, когда маленького ребенка отправляют в музыкальную школу, для того, чтобы он не бегал по улице, не тратил свое время зря. У нас был аккордеон дома, и меня сдали в музыкальную школу на аккордеон. Я ходил в оркестр, играл на балалайке в оркестре, а изучал аккордеон. Но с третьего класса меня посадили в оркестр вообще на балалайку. Я перешел на балалайку, а аккордеон я оставил. Ну, потом, правда, он тяжелее. Да, потом, когда наша семья переехала в Коми-Республику, у меня родители нефтяники, я в Усинске учился в школе еще, а потом приехал в Сыктывкар просто в гости. У меня сестра пианистка училась уже на втором курсе или на третьем. Она говорит, что ты не хочешь в училище поступать? Я говорю, да я вроде и не думал. И буквально за два дня я какие-то справки собрал и, в общем, пошел сдавать экзамены. В общем, и поступил так случайно так. Как, в общем-то, часто бывает. И поступил как раз вот тоже к Владимиру Алексеевичу Фисуну, вот папа Максима. Был которым учеником?
Я уже, наверное, был, не помню, наверное, может, 12-м уже, наверное, 13-м, ну, наверное, ну, много. 13? 14, не знаю. Я не считал, не считал, ну, много. Вот так, в общем, пришли к балалайке. Да, ну, я был уже предпоследний, кто получил высшее образование у Владимира Алексеевича. Потом Максим, и с тех пор все. Понятно. Владимир, ты как взял в руки этот инструмент? Давным-давно... Была такая программа в Коми Республике искать по всем деревням и весам одаренных детей. Ну, как бы потом уже шутка у нас такая вышла, что вот мы одаренные все здесь в гимназии. Ну, вот. И так гимназия искусств ходила, отсылала своих педагогов по деревням дальним, отдаленным там. Вот, и искал вот таких вот. И где же нашли тебя? Да, вот меня нашли в Удорском районе, далеко-далеко отсюда, село Пучкома называется, они там добирались до этой деревни, там они лошадьми. Они знали, что там ты, видимо, да, и они... Наверное. И из моего села я один, вот, выбрался в гимназию, и вот с тех пор как-то вот... получилось у меня, наверное, получилось. Не сомневаюсь, так. Игорь. У меня тоже своя история, как я пришел к этому инструменту. Сам по профессии баянист, закончил, как и наше училище. Привычно таскать тяжести, я смотрю. Да, очень знакомая, да. И закончил высшее заведение тоже по классу баян. Но, тем не менее, одному человеку тоже хотел бы сказать спасибо. Это нашему дирижеру Александру Семеновичу Ситкареву, который меня как бы так... посадил на контрабас. Подсадил, да. И дал возможность себя проявить. Ну и вот спустя время и в училище я обучался в оркестре на контрабасе. И уже на протяжении учебы в высшем заведении тоже сидел в оркестре на контрабасе. Вот так вот. Так все я с ним и всегда. Нет, я... Стоял. Нет, сидя. В оркестре сидят, да. Вот. И сейчас вот играю в таком замечательной группе, вот, с замечательными людьми, профессионалами своего дела. Послушайте, вот существует, говорят, 5 разновидностей балалайк, да? У вас 4 из них представлены или нет? Три. Три, да?